От русских народных песен до алтайского горлового пения. В Новосибирске прошел фестиваль для людей с ограниченными физическими возможностями. Он символически назывался «Море внутри». На сцене российско-немецкого дома дружбы объединились три крупнейших фестиваля Новосибирска – «Море внутри», «Обская волна» и «Живая вода». В итоге получился праздник для тех, кто лишен возможности передвигаться на своих ногах, но при этом смог сохранить способность радоваться жизни. И на самом деле не столь важно, насколько они там ограничены в своих способностях, то есть ничем они не отличаются от нас, то есть все здорово и побольше таких фестивалей. Валерия Ермакова – победительница всероссийского конкурса красоты «Мисс Интеграция». Она специально приехала из Кемеровской области, чтобы встретиться с единомышленниками. Она читает Петро Набокова, я сижу около, веревочка связана, маме доказана, самое главное, Впервые в России была представлена программа Федерации Айкидо, разработанная специально для колясочников. Она позволяет даже ребенку справиться со взрослым здоровым мужчиной, потому что обороняющийся использует силу нападающего против него самого. Российско-немецкий дом дружбы оборудован удобным пандусом, ведь эти люди собираются здесь уже не первый раз. События происходят на специально оборудованной площадке для людей с ограниченными возможностями, где все предусмотрено для комфортного передвижения людей на колясках. Здесь собрались неравнодушные люди, готовые помочь. По словам организаторов, основная задача фестиваля – расширить круг общения людей с ограниченными возможностями. Искренне им сочувствую, помогаю и болею за то, чтобы наша среда городская была адаптирована для инвалидов. Участники говорят, что атмосфера праздника получилась теплой и сердечной. Следующий фестиваль будет ждать гостей уже летом. Жанна Мансурова, Александр Егоров, новости ОТС.